мальчику 10-11 лет, весовая категория 30 кг. Васьков Матвей. На первом татаме победу одержал Беспалько Александр. Татами номер один приглашается Васьков Матвей и Ралиев Малик. Готовятся Куколов Сократ, Нестеров Сева.
На первом татаме победу одержал Васьков Матвей. На татаме номер один приглашается Куколов Сократ, Нестеров Сева. Готовятся мальчики 10-11 лет, весовая категория 35 кг. Николаенко Владислав, Торпин Данил. Рефери первого татами. Ввиду неявки спортсмена на первого татами победу держит Куколов Сократ. На татами номер один приглашаются Николаенко Владислав, Торбин Данил. Готовится Добаренок Михаил, Васильев Игорь.
На первом катане победу одержал Торгин Данил. Катане номер один приглашается Домаренок Михаил, Васильев Игорь. Готовится Острецов Владислав, Санатарчук Андрей. Просьба секундантов готовить заранее своих спортсменов. Защитная экипировка уже лежит возле катания. На первом татаме победу держал Домаренок Михаил. На татаме номер один приглашаются мальчики 10-11 лет. Острецов Владислав, Санатарчук Андрей. Готовятся Краюхин Егор, Андрюшин Денис. Thank you.
На первом татаме победу одержал Острецов Владислав. На татаме приглашаются Троихин Егор, Андрюшин Денис. Готовятся мальчики 10-11 лет, весовая категория 40 кг. Тютин Кирилл, Галинок Никита. На первом татаме победу одержал Троихин Егор. На первом татаме приглашаются Тютин Кирилл, Галинок Никита. Готовятся на первое татами Татаринцев Илья, Тютин Кирилл.
На первое татами готовятся мальчики 211 лет. Гладков Алексей, Карепин Иван. На первом татами победу одержал Галинок Никита. На татами номер один приглашается Гладков Алексей, Карепин Иван. Готовится Бигетов Максим, Ивановский Вячеслав. Миша.
На первом татаме победу одержал Карепин Иван. Татами номер один приглашается Бикетов Максим, Ивановский Вячеслав. Готовится Качанов Алексей, Хайбулаев Данил. На первом татаме победу одержал Ивановский Вячеслав. На татаме номер один приглашается Качанов Алексей, Хайбулаев Дамир. Готовятся мальчики 10-11 лет, весовая категория 45. Спицын Илья, Горшенин Даниил. Хорошо.
Пока не объявляй, Кость, сейчас смену рефери на татами. Объяви, пожалуйста. Ай! 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 Ай!
Но первое внимание.